Почти четверть века торговая марка «Дядя Ваня» радует своих покупателей. Компания, производящая консервированную овощную продукцию, зарегистрирована в Люберцах в 1999 году. Головной офис и распределительный склад посетил глава округа Владимир Волков. Площадь этого склада более 4200 квадратных метров. Десятки фур ежедневно сюда привозят сотни тысяч банок с оленями. Основной объем продукции компания производит из собственного сырья, которое поставляют из Краснодарского края и Волгоградской области. Перед отправкой товара заказчику каждую упаковку проверяют. За сутки из распределительного центра Люберец экспортируют около 500 тонн продукции в разные регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья – Израиль, Казахстан, США, Канаду, Китай. Мы сейчас поставляем более чем 25 стран. Достаточно серьезное такое достижение наше. Ну, основные успехи – это, безусловно, запуск нового производства, которое мы открыли в прошлом году в Волгоградской области. Это большой завод, самый крупный в России по производству маринованных овощей. Конечно, это предприятие, которое уверенно идет вперед. Мы также согласовали дополнительный проект, который здесь будет реализован. Еще один цех по производству продукции излюбленной. Конечно, планы по расширению, увеличению количества наименований своей продукции у предприятия существуют очень серьезные. «Дядя Ваня» – крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции в России. За последние годы ассортиментная линейка компании выросла почти до 100 наименований. Производственные площадки тоже растут, а значит, увеличивается объем производства и продаж. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.